С Днем знаний учащихся 72-й школы Тюмени поздравил помощник депутата Государственной Думы от партии «Справедливая Россия за правду» Александра Ремескова. Он пожелал легкого и продуктивного учебного года школьникам, их родителям и учителям, а также передал для первоклассников канцелярские наборы. В них вошли тетради, ручки, карандаши, альбомы и краски. А торжественная линейка началась с гимна и поднятия флага России. После для учеников прозвенел первый звонок, а будущие выпускники станцевали вальс. Кстати, в этом учебном заведении 4 первых класса. Для ребят уже прошли первые классные часы и уже завтра начнутся занятия. Атмосфера потрясающая. Ну, вы сами видите. Раньше, знаете, какое-то стереотипное мнение существовало, что там, в школу учиться, вроде грустные лица. Хоть одно грустное лицо увидите, я нет. Поэтому это праздник молодости, праздник знаний, праздник прогресса.